Меня зовут Колесникова Наталья, я живу в России, город Челябинск. С компанией Incruzus я познакомилась случайно. Дело в том, что я нашла на YouTube ролик, просмотрев который, это был первый вебинар Ольги Ратниченко, и она рассказывала о круизном клубе. Скажу честно, это моя мечта давно, которая была путешествовать на круизных лайнерах. Поэтому, когда я увидела эту информацию, в описании под роликом стоял контакт Skype Ольги Ратниченко, и я сама добавилась, я сама познакомилась с Ольгой и приняла решение, потому что все вопросы, которые я задавала, Ольга мне все очень так рассказывала подробно, вдохновенно, и я приняла решение здесь быть, потому что это действительно моя мечта. По образованию я финансист. Я попробовала себя в профессии, но поняла, что, наверное, мне не хватает больше общения с людьми, и язык цифр, он очень важен, конечно, для экономики, для предприятий, но я больше люблю работать с людьми, и поэтому я дальше занималась, имела опыт, да, в MLM-бизнесе, и более 10 лет традиционного бизнеса – это опыт грузоперевозки и дилерства по ЦБК. Я предприниматель. А потом я стала искать уже бизнес в интернете, потому что мне хотелось вести бизнес через интернет. Путешествие – это моя страсть, на самом деле, с самого детства. И, конечно же, мне хотелось найти такое предложение, такой бизнес, который позволял бы мне вести его из любой точки мира и при этом свободно путешествовать и наслаждаться жизнью. В компании Incruzus мне нравится больше всего это то, что я воплотила мои мечты, и я могу помочь людям воплощать их мечты, потому что действительно мы, наверное, каждый человек мечтает путешествовать, мечтает видеть мир, но не каждый может позволить себе. Благодаря Incruzus это становится для большого количества людей воплощением их мечты. И, конечно, мне нравится помогать людям. Это, наверное, самое огромное наслаждение, которое мы получаем. Счастливые глаза, радость, улыбки и менять качество жизни людей. В моей жизни произошли потрясающие изменения, как в моей жизни появился Incruzus. Это вот моя жизнь полностью преобразилась. Я нашла воплощение моей мечты, как я уже говорила. Я объездила уже 36 стран. Я побывала во множестве круизов. И, конечно же, это помогает мне раскрывать мой потенциал, развиваться, расти, видеть страны, делиться этой возможностью с людьми и становиться финансово свободной. Я могу дать больше сейчас для моей семьи, для моих близких и для других людей, поделиться этой информацией с ними. Конечно же, моя жизнь преобразилась полностью. Кто скептически настроен и принимает еще решение, испытывает в чем-то колебания, я первое, конечно, посоветовала бы изучить всю информацию. Не делать никаких выводов, пока вы не обладаете достоверной информацией. Изучите эту возможность, потому что я понимаю, что я говорю свои эмоции, она потрясающая, да, но это действительно уникальное предложения, которых нет аналогов на рынке, и эта возможность сегодня меняет жизни огромного количества людей по всему миру, и мою, и огромного количества других людей. Поэтому первое – это, конечно, изучить информацию, сделать факты, именно опираться на факты, которых мы действительно имеем уже очень-очень много, и задать вопросы, не стесняясь, вот те, которые волнуют, с чем хочется разобраться, задайте тому человеку, который вас пригласил, либо тому человеку, который уже знает чуть больше, разберитесь с этой возможностью, и только тогда, не слушая мнения окружающих или людей, которые не знают об этом ничего, составляйте собственное мнение. Ваш выбор – это ваш выбор, он всегда будет правильным, потому что он ваш. Но, соответственно, мы получаем дальше уже результаты нашего выбора. Поэтому рекомендую всем, конечно, это первое – досконально изучить это предложение.